Кульсары продолжается спасательная операция. Эвакуируют жителей, которые не смогли вовремя выбраться из затопленных домов. Поддерживают порядок сотрудники полиции, которые прибыли из областного центра, и морская патрульная полиция жилойского районного отдела. Пенсионеров и детей, а также людей с инвалидностью уже перевезли в безопасную зону. Из района эвакуировали около 13 тысяч жителей. Вывозят и домашних животных. Сотрудники полиции продолжают помогать в эвакуации местных жителей. Кроме того, в безопасные места вывозят домашний скот. Работы продолжаются круглосуточно.